Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небесной Жизни. Очень много людей просили, ну как очень много, два человека просили рандом дайс получаете. Надеюсь, вы это посмотрите. Вот, я вам когда-то обещала, что сделаю, вот время пришло, погнали. Да, играл я некоторое время, потому что надо было понять, что вообще произошло за все это время, какая мета и тому подобное. И в принципе, одна метовая сборка, которую я вот прям вот считаю прям вот бомба-бомба, она вот. Почему бы и нет, я решил ее использовать. Она, конечно, тащит, но вот прям есть некоторые моменты. Это супер-мега раскачавшийся какой-нибудь там лазер. И на самом деле лазер обычно не доживает. То есть, если вы качаетесь в... Вообще, вот сейчас попробую объяснить. Эта сборка прелестна тем, что вы можете взять и... например, взять... И просто объединять большинство вот этих кубиков звезд, да? И получать вы будете на выходе поток. И в принципе, вы вот благодаря вот именно вот этому действию можете собрать стол из потока. А потом, например, вы видите, чел раскачался, да? И поток уже не помогает. И ваша задача не давать дебаф противнику в виде ускорения монстров, а наоборот, брать защиту, чтобы самому выжить. И вот, допустим, в один момент чел просто не будет успевать высасывать достаточную энергию боссов. Не будет он там делать все свои супер-мега объединения, да, которые ему нужны. Там, или если будет делать объединение, то он тупо будет сливаться из-за этого. Ну, короче, что хочу сказать вообще. Кубик-бомба. Все. Кстати, здесь очень неприятный момент. У него, кажись, тот самый куб, по которому я не хочу думать, да? Блин. Вот да, есть маленькие проблемки у меня. Это контр-куб. Это вот этот вихрь получается, да? Нет, шторм. Если собраться очень качественно и... Блин. Короче, здесь будет больно. Хотя, как мне, для этого куба нужно немножко другое поле. Так что не понимаю, для чего он именно это взял. Кстати, до сих пор работает один лайфхак. Именно вот с этим кубом. Когда остается 1 секунда, вы просто берете и запускаете. Смотрите. Бац. Смотрите, как много набежало этих. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Хотя мне по барабану, на самом деле, что мне выставит. Как много набежало вот этих звезд снизу справа. То есть, ну, для того, чтобы можно было их завязать. Ой, блин, что делать? Ускор не хочется, хочу нормальные кубы себе получить. Блин. Плохо. У меня сейчас ничего не получается. Всего лишь 3 этих. Блин, да ёлы-палы, что ж ты делать будешь? А, это звезда, я понял. А я сижу и парюсь, типа, что происходит? Слушайте, все нормально. Все нормально. Кстати, у нас есть небольшое преимущество, если чел собирается не полностью в... А, кстати, да, чё я туплю. Мне просто объединяться надо. Моя задача получить количество точек на любых кубах. Но желательно, конечно, много ускорения. По простой причине. Это... Сейчас, секундочку. Потому что он будет чаще использовать свой вихрь. У него нету смерти или косы. Да. Здесь у меня преимущество. Он собирается не исключительно в один куб. Он собирается в тайфун. Плюс меч, плюс вот этот шторм. И именно благодаря этому я сейчас должен качать поток. Типа из этих соображений. Это как просто логично будет. Смотрите, 1 секунда. Бац, юзаем. И настакивается полностью. То есть это как... Ну, я не знаю, как этот баг работает, но он просто работает. То есть, а чем больше у вас самих этих заюзов звезд, тем же вам выгоднее, поэтому как бы, да? Погоди, 13-й. А, все, вижу, 24. 24 стакается, окей, хорошо. Пока денежки убираем. Блин, все вот эти лужи пропали. Но они вдаль перешли, а это очень неприятно. Так, единички, хорошо. Объединяем. Так. Блин, блинский. Неприятно, далеко заходит. Двое. Пока ждем. Пока ждем. У него не будет хватать достаточно. Видите, он юзает. Все это дело юзает. И в один момент у него не хватит. Ой-ой-ой, а сейчас у меня может не хватить. Ой, неприятная тема.
Вот тут на самом деле такой момент, что вот этого моба, который идет быстро, надо уметь уследить. Вот он, идет, 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 быстренько юзаем. И вместе с другими его убиваем. Вот это реально, но это важно. Потому что если мы этого не будем делать. Вот, бежит, заюзали. И погнали дальше. Реально это важно, потому что... Если мы не убиваем этого мини-мобчика, то он убивает нас. Тут на самом деле надо делать упор на ускорение, потому что, опять же, чем быстрее идут мобы, тем чаще он будет использовать свой этот чудесный куб, который, ну, достаточно сильно бьет по СП-шкам. Вот. А чем сильнее будет бить ему по СП-шкам? Опа, 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 не успел, кажись. Блин, нет, нет, все-таки успел, еле-еле. Пятерочка на ускорение, двойки уже можем объединять, потому что у нас очень высокие уровни кубов, нам вообще все равно. Опять же, следим внимательно за этим мини-монстриком. Ну, кажется, сейчас по его не будет. Бля, хамуха, где же он? Ой, ё-моё. Сложно, сложно. Ну, сами видим, как он часто использует вихрь. Ну, и шторм, то есть, свой. Из-за этого у меня такие некоторые преимущества появляются перед ним. Блин, вот тут я протупил, конечно, жестко. Отлично, все хорошо. Использует, использует однозначно. Кстати, это даже... Ну, не бот же, ведь это не бот. Он бы... Боты так качественно, так сказать, не играют. Ну, блин, я пока не хочу активировать поток, вернее, объединять поток, но для получения большего количества точек приходится просто. И получаем очень хорошее такое соединение. Тайфун плюс... Ай-яй-яй-яй-яй, как некрасиво вышло! Вот оно пошло, я же говорил. У него в один момент может либо заканчиваться СП, либо что-то подобное, да? Но он будет использовать его очень часто. Из-за этого он будет прям, ну, проседать, проседать по, СКшкам. Чё я сказал только что? По СПшкам. Вот. Ой-ой-ой, еще ускорение. Ой, как больно, ой, как неприятно. Ой, как больно, ой, как неприятно. Давай-давай, успеть бы. Ну ладно, тут почти без разницы. Просто на последней секунде дадим взрыв и смотрим на наше количество этих... Пятерочка! Я же говорю, тема рабочая. Юзайте на здоровье. Не знаю, как этот баг работает, но просто запомните, что он есть. Он есть и все. Юзаем на последней секунде. Last second. And we will have full stars. Я не знаю, для чего я это сказал. Может, меня кто-то на английском смотрит, он сейчас поймет эту фразу и такой типа, а, эта тема реально работает? Прикольно, прикольно. Ну что, чел, есть у тебя еще денежки? Давай, юзай все, что можешь. Я все равно выиграю. Хотя, я не уверен, что я выиграю, но, блин, ну, не хочется проигрывать, по крайней мере, это точно. Кто-то скажет, что я слишком часто звезды юзаю. Ой-ой-ой-ой-ой, как он прорвался просто! Ну вот, о чем я говорю. Сборка топчик. Мне попалась... Смотрите, мне сейчас попалась мета. Именно метовый куб. Я считаю, что вот этот куб у противника это самый сильный куб, который только может быть. Но почему-то он играет не с идеальным полем для себя. Возможно, 12 класс, СП-шек нет, именно поэтому. Но заметьте, что мне попался очень сильный противник просто. Вот такие делишки. Угу. Кстати, криты на этой сборке очень сильно влияют, на которые я играю. Поэтому да. Без ускорения вы... Блин, ускорение, оно реально позволяет побеждать очень многих. Но, допустим, если вы играете против Иньяни, конечно, ускорение здесь не поможет. Придется уходить больше в... Этот... Больше в звезды. Давайте сыграем еще один боек. Дабы закрепить. Эх, нет, чел не мог выиграть, но если бы он, конечно, был с не этим, не с тайфунчиком, а просто с этим кубом и пытался максимально его увеличить в точках. То есть хотя бы точек 30, хотя бы против меня, в принципе, думаю, хватило бы. Но он взял себе тайфун, а тайфун очень сильно просаживал его по урону потенциально возможному. Звезды без ускорения с чистым ростом, плюс поле для ускорения атаки, что... Чел, тебе сойдет вроде как
А вот, кстати, даже не знаю, как ему поле сойдет. Но у него нет обычных автоатак. То есть у него чисто все в рост уходит. Блин, ну чел, это слабо. Это реально как бы, ну, слабовастенько против меня. Вот смотрите, давайте здесь я скажу, как я буду действовать. Я буду объединяться максимум вот этими, чтобы получать вот это. То есть объединять звезды, чтобы получать поток. Понятно, что у меня должно быть хотя бы там 7-10 штук. Вот. Но я просто хочу наглядно показать, что вы можете контролировать то, чего будет у вас больше на поляне. Либо это поток, либо это звезды. И вот сейчас вы увидите, что у меня будет больше звезд. Ой, потока, то есть, да. Я думаю, это логично, что если мы будем объединять звезды, то шансом большим у нас будет поток. Ой, я что-то подзабыл про использование звезд. Блин, ну пока оставим. Мне, правда, немножко непонятно, как он до сих пор тащит. Ой-о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 й, чел. Ой-ой-ой-ой-ой, как же ты страдать сейчас будешь. А у меня же не вроде 9 уровня. Вот эти ускорялки. Кстати, как понять, когда использовать звезды, чтобы они моментально наносили урон? Как только ХП у босса появляется полностью, да, то есть полоска начинает быть, ну как сказать, даже не знаю, как это описать. Когда полоска здоровья, ну просто когда полоска здоровья появляется, тогда и используем звезды. Все, вы сразу попадете в тайминг. Правда, тут есть кое-какой тонкий момент. Это когда у вас босс появляется первый, да, то есть там написано типа босс первый выходит с линии у там, допустим, у противника, да. Тогда у вас действительно там еле-еле-еле там вот секундочка в секундочку будет босс. Ну, как бы хватит вам секундочка в секундочку, чтобы убить его. Вот. Тогда уже их объединяем. Ой-ой-ой-ой, как-то больно будет, а? Как же он страдает, бедненький. А, кстати, да, забыл лайфхак использовать. Забыл, просто забыл. Но кажется... Ему уже, ну, ничего не поможет. Противнику-то моему. Все. Здесь, допустим, ну, как... У вас со временем придет понимание, что нужно использовать против того или иного противника. К примеру, против... этого, против убийцы необходимо, конечно же, собираться не в поток. Это и так понятно. Вам необходимо жить. Для этого потоки мы объединяем. Против Иньяни вначале используем поток. Во второй стадии, когда он уже прокачался, используем... максимум просто вот этих звезд. Все потоки объединяем, все, что видим. Используем звезды. Рано или поздно у него будет просадка по урону, потому что ему не будет хватать урона. И так далее и тому подобное. Со временем, говорю, вы просто привыкнете. Та же ситуация обстоит с этим. Нет, вообще другая ситуация обстоит с аккумулятором. Вы берете и постоянно используете и то, и другое в балансе. Вначале вы используете очень много потока, очень много, вплоть до второго раунда, возможно, даже включительно, потому что он не должен успевать накапливать энергию. Если он успевает, все, хана, пишите пропало, потому что, ну, он просто разнесет все и вся. Реально, он просто все разнесет. Потому что если он будет успевать, вы будете ему давать успевать, и он, допустим, там накопится до 70 уровня, к третьей волне, не знаю, каким чудом, конечно, но вдруг... И вам что будете упарываться в звезды, что в поток, это вас не спасет. Но если вы будете использовать и то, и другое одновременно, то он и не будет успевать накапливать себе СПшки. Вернее, как сказать, тратить все свои СП на боссов, да, он будет уже использовать их на мини-боссов или на обычных мобов. А если он будет так делать, то будет ему только хуже. Вот здесь, кстати, сильная сборка и с потоком. И со всем, чем только можно. И здесь на самом деле фишка в чем? У него есть тайфун. У него есть... Сейчас попробую объяснить нормально. У него есть и тайфун. У него... Блин, да и дайте мне уже эту семерочку. Я просто жду нереально. У него есть тайфун, у него есть смерть. И он сможет вполне неплохо отыграть. Очень долго, если он, конечно, соберет себе там, например, четвертую смерть и тайфунчик какой-нибудь. Вот, но мне кажется, этого вообще не произойдет. Ладно, но если он так сделает, то что должно произойти у нас? У нас должен быть исключительно поток.
Потому что у него не будут убиваться мини-боссы. Вот, а из-за того, что не убиваются мини-боссы, из-за этого он будет краски страдать. Блин, придется пока что объединяться. Хоть что-нибудь получать. Потому что здесь вообще нереально. Я не получаю никаких семерок. Хороший шанс, чтобы заюзать все, что можно. И вот смотрите, последние секунды используем лайфхак, про который я говорил, да? Бац. Все, имеем максимум. Вот это приколочек такой. Да дайте мне уже эту рандомный рост, пожалуйста. Сколько можно? Слаймы. Блин. Что делать? Ну, кстати, на слаймах можно подловить его будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько это можно терпеть? Почему это терплю вообще? Ладно, давайте используем хоть что-нибудь. Прорастем в 50% случаев. Даже давайте улучшимся. Чтобы шансы увеличить на рост. Хоть немножко. Блин, все, что я взял, все разрушилось. Ну ладно, зато освободили место. Имеем возможность получить семерочки теперь. Ай-яй-яй, какая боль. Но я говорю, что будет рано или поздно проседать на этих. Блин, ну он же тоже меня ускоряет. Кстати, блин, тут неприятная ситуация. Да, обоюдное ускорение. Тогда мне надо получить... А тут баланс должен быть. Тут против... Тут прямо как против этих... Сори, давно не играл в игру, позвал кубы, поэтому буду иногда вспоминать долго. Тут прям как против этого. Не потока, а... Инь-яня. И тут прямо против как аккумулятора. То есть необходим баланс. А, нет. Только против как аккумулятора, потому что инь-янь мы вначале ускоряем, да. Инь-янь мы вначале ускоряем, а... Блин, ну, больно будет. Я-то смогу выдержать. Смогу, вот правда. Долго ли... Очень мало точек у меня, очень мало точек. Вот, троечка пилась уже неплохо. Блин, лайфхак, кажется, забыл использовать. И смотрите, какая чудесная почти победа. Давай, 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 есть первый хорош. Все, тут есть шанс того, что мы его вынесем уже полностью. Надо объединять самые мелкие. Возможно, будем получать то, что нам необходимо. Необходимы нам сейчас звезды. Ну, скоро даже не так важен. Четверочка, объединяем четверочку, потому что это выгоднее, чем ждать, что она порастет. Кто не помнит математику, пожалуйста, обратитесь к ней. Я высчитывал, если у вас есть два третьих, то выгоднее ждать. Если у вас есть два четвертых, то выгоднее объединить. Просто по шансам. Блин, не очень приятно, кстати. Он убрал ускор. Мне будет проще. А я наоборот буду искать ускор теперь, чел. У меня же есть пятерочка, троечка, двоечка, все есть. Блин, очень много у меня, правда... Я, правда, не использую очень часто эти звезды, потому что, насколько я помню, их нерфали. Вроде бы, да, и когда мы... Хотя какая разница, нерфали нет, у нас лайфхак есть. Блин, ну давайте по-быстренькому все. Все, юзаем последний раз и смотрим. 3, 2, 1. Чуть-чуть поздновато заюзал, но ладно, все равно хватило, хватило. Смотрим, видимо, ХП. ХП полностью появилось, мы использовали скилл. Вот, можете пересмотреть момент. У ХП моба начало, типа, как бы, ну, появился сначала босс, потом его ХП, и вот когда ХП полностью появилось, я уже использовал скиллы на звезде. И таким образом уничтожил полностью. Блин, ну вот тут, кстати, туплю немножко. В том плане, что мне бы на самом деле не надо так все быстренько использовать. Двоечек нет, троечки тогда объединяем. Поток нужно уже получать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еле-еле уничтожили. Ай, блин, как неприятно-то, а? Этот супер быстрый моб. Смотрите, сейчас со следующим этим... как его зовут? Со следующим вот этим мини-боссом он будет уже получать урон. Я же говорил. А он получил урон на боссе. И он лишился двух хпшечек. Именно поэтому. Вот если бы у меня сейчас не было, например, ускора, да? Я бы его не ускорял достаточно сильно. И, возможно, сам бы проиграл, потому что у него есть ускор. А если бы качался чисто в ускор, то у меня не было бы достаточно звезд, чтобы уничтожать быстрых мобов. То есть там не было бы достаточно распределения звезд на быстрых мобов, например, и на...
обычных. Вот. То есть там быстрее мы бы просто слишком быстро уходили, я бы ничего не смог сделать. Ну, короче, вот такие бои. Спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик оказался вам интересным и полезным. Всем пока, всем добра.